Главный капитал «Единой России» – это доверие граждан. Каждый, кто занимается реальной политикой, знает, что самая сложная работа – это работа с людьми на местах. И она приносит свои весомые плоды. В этом мы смогли убедиться, побывав на отчетно-выборной конференции «Единой России» в Славянском городском доме культуры. В зале собрались делегаты от всех первичных отделений, главы поселений, депутаты, руководители учреждений и предприятий. Секретарь отделения «Единой России», глава Славянского района Роман Синеговский подвел итоги пятилетней работы по реализации партийных проектов. В своей деятельности партия всегда ставила и ставит приоритет потребности и интересы жителей, выявление наиболее актуальных проблем и их решение. Нам сегодня необходимо обсудить, как выполняется основная задача партии в Славянском районе, что удалось сделать за прошедшие 5 лет, с 2017 по 2021 год, и какие задачи предстоит решать в будущем. Особое внимание в отчетный период было сосредоточено на реализации проектов партии «Единая Россия», направленных на развитие социальных отраслей и экономики, создание достойных условий для жизни людей. Решение политического совета местного отделения на территории нашего района реализуется 15 партийных проектов. Локомотивы роста, новая школа, крепкая семья, здоровое будущее, детский спорт, культура малой родины, историческая память, старшее поколение, безопасные дороги – все эти проекты, благодаря их успешной реализации, способствуют улучшению качества жизни славянцев. В районном центре и в каждом сельском поселении большое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов. В этом помогает партийный проект «Городская среда». С 2017 года город и 6 сельских поселений приняли участие в государственной программе по формированию комфортной городской среды. Посмотрите, какой красивый наш город вечером сверху, да? Новый облик получили 8 общественных территорий, парки и скверы, 12 дворов многоквартирных домов. Самые масштабные объекты – Северный парк в городе и 5 парков в селе. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский подчеркнул, что «Единая Россия» – это партия реальных дел. И то, что сделано за пятилетие в муниципалитете, убедительно свидетельствует об этом. Проделана огромная работа. Проделана секретарем, руководителем района, проделана активом. Каждый из вас – участвовал в этой работе. Вклад каждого из вас вот в этом отчете. Реально, сколько построено, сколько сделано и так далее. Поэтому разъяснительная работа – задача номер один наша. Сделали, расскажите людям, выслушайте людей, чтобы мы с учетом их мнения скорректировали и вместе с людьми этой работой занимались. Вместе с людьми. Славянский район сегодня позиционируется как район, который умеет решать вопросы. У нас специальным вопросом сессии был отчет о ситуации в Славянском районе, ну, в плане решения вот задач, поставленных майскими указами президента. И работа и главы, и района получила высокую оценку. И когда район показывает пример, что мы умеем работать, тогда и дополнительная какую-то помощь легче обозначать. Депутатский корпус свои усилия направил на то, чтобы действовать на благо людей. Введенные ограничения в связи с распространением коронавируса не стали препятствием для активной деятельности. Депутаты активно работали над созданием и обеспечением всей необходимой правовой, организационной и финансово-экономической базы как основы для динамичной, комплексной, созидательной и активной жизнедеятельности района, его предприятий и организаций, осуществления эффективной работы муниципальных наших учреждений, а также в решении поднимаемых жителями вопросов. Многолетняя практика показала, что партийные проекты – это эффективный инструмент реализации важнейших задач. Сила партии в ее опоре на простых людей. Жители видят, что делается для них, и с доверием относятся к партийным инициативам. Даже вот я, находясь сейчас в Красном Кресте, я решаю проблемы. Вот. Понимаете, вот каждый на своем уровне должен подходить ответственно к своим задачам поставленным. В массовой, масштабной вот работе это идет реальная подвижка, реальные результаты. Я вот это считаю. Партия «Единая Россия» – это партия основная, которая сегодня наводит порядки, делает дела, не просто говорит, а реально делает дела. За партией «Единая Россия» будущее. Мы немного говорим, но на самом деле наша партия много делает. Руководитель наш и в целом и в крае, и в стране. Работа ведется,
И сегодня вот как никогда это подтверждается тем, что в условиях пандемии, в условиях чрезвычайной ситуации, которая сложилась у нас вот в нашем районе, в основном вся помощь пришла в первую очередь от партии «Единая Россия». Завершилось мероприятие голосованием по выбору руководства Славянского местного отделения партии, секретарем которого избран Роман Синеговский. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».